Согласен. Полностью с этим, с дисклеймером. Так, как обычно, выполнял свои президентские обязанности, как друг. Кто говорит? Президент РФ слушает. Не звони сюда больше. Я проебал? Это визуальная новелла, блядь, я проебал? Так, окей. Блядь, а куда бы вебку деть? Вот так. Позвоните заму, я занят. Уже звонили. Чем Обама вас купил? О! Ебать! Красная площадь. Мы народ на России не можем выстоять перед натиском инопланетян. Не отступать. Пока жив, есть надежда. Шансов на победу маловато. Ладно, сдаемся, русские не сдаются. Русские не сдаются. Битва при сталинских высотках. Нихуя. Тебе хана. Что это? О! Я понял. Так. Надо хуярить их эти. Ты чё? Мне 30% хп снесли. Ой! О, вторая волна. Так. Сука. Блядь, что это? По тени улетают, смешно. Экшен ёбнутый. Сейчас бебриков позову. А надо ракеты эти отбивать тоже. Вот я когда маг получил, эту ракету не увидел. Ебать. Ладно, в принципе, не сложно. Арр! Ну шо, блять, слабина ебаная. Все, последняя волна. Я тебя сейчас съем. Смотри, не подавись. О! На, мудила ебаная! Чё всосал, блядь? Я его в секунду просто разъебал. Мы победили. Мы победили. Рано радоваться. Прут из всех щелей. Поступаем. Надо дать им Жириновского. Собирайтесь. Страну уже не спасти, но вы можете замочить побольше инопланетяшек напоследок. Продайте свои жизни подороже, я отомщу за вас, клянусь. Скупая мужская слеза выкатилась из левого не кибернизированного глаза. Прогресс сохранен. Пока Путин отправился в последнее тайное убежище. Секретное убежище Путина. Пора прокачать точилу. О, нихуя! Так, так, я сейчас качаю...
Бампер. Ебать, за 100 рублей. Так, чё капот дает? Колеса, крыша. Давайте бампер выбьем. Это потому что... Бюджет 300 рублей. Так, могу еще что-то. Зад. Двери. Качаю двери и крышу, наверное. Что за хуйня? Вах зибит. Да. Пойдем покажу. Ебать! Ебать, она золотая! Ебать! Ебать! Как управлять? Что это? Ёбаный в рот! Идем на таран. Блять! Ёбнули! Так, что делать? Тыкать, наверное, просто надо опять. А нахуй. Да, надо тыкать. Ебать, я на приори хуярю. Ой! Успел задолжить бомбу. Иди нахуй. Чел этот вылетающий, это пиздец. Так, вторая волна. Чё, как вам игра? Жми на нитро. Ебать! Ебать! Ебать, нитро жесткая. Так, третья волна. Я не зря бампер вкачал. Что это? Может, не будешь нам мешать завоевать? А у тебя белый флаг, долбоёб, ты чё, сдаёшься, блядь? Начни с борьбы и на ней закончи. Пеняй на себя. А что? Ладно, ладно. Прохладно. Блядь. Все? А нет, четвертая волна. Они мне хп снесли, суки. Да блять! Пиздец какой-то ебаный. Игра ебнутая просто. Кто ее придумал, блять? Люберцы, наше время. О! Сегодня, завтра будет вчера. Что? И что делать? О! Все отбил. Все отбил. На нахуй, мудак ебаный, без руки остался. На, сосай, блядь! Да, Виталька, смотреть в завтрашний что-то там. Ты и я один на один. Опа. Давай. Бот ебаный! Наказан, блядь! Он взорвется, жми нитро. Генсек инопланетян был повержен.
Опа! 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 Подозрительный. Да нахуй. За что ее посадили? Так, все, пизду, блять, я что-то наигрался в это. Ебаный в рот. Пошли. В смысле, Вы дальше хотите? Ну давайте еще вот одну пизделку пройдем, а дальше видос пойдем посмотрим немного. Да? Окей. Так. Приболел, неважно, выглядишь. Кто? Ломик. Блять. Пиздец. Приболел? Ха, да нет, кажись, помираю. Ладно, колись. Зачем вы напали на землю? На... Блять. Короче, Обама виноват. Вы промашку дали, надо было только Америку под снос, да углядись немножко. Фирменный оскал. Хуел! Блять, вам не видно. Блять. О, пистолет. Хотя стой, я верну тебя в твое время, а ты там уже разрулишь как-нибудь. Давай. Так, назад 2015. Окей. Очнулся в своем любимом кресле. Человечество необходимо было спасать. Звонит Лукашенко. Здорово, Вовка. Как сам? Сейчас будем... Буду, мы наведем порядок. Он даже вопросов не задал, блядь. За 3 дня лучше умы России спроектировали суперсовременный сверхкомпактный межгалактический шаттл. Белорусские что-то, блядь, придумали. Попрощался с народом. Оставил Лукашенко за старшего и сел в шаттл. Так, окей. Прогресс сохранен. Пиздец. Вылетел на орбиту Земли и включил белорусский гиперускоритель. Нихуя. Все, вот сейчас после этой пизделки идем видос смотреть. Сейчас на меня нападут по-любому, блядь. Да. Черт, рванул. Где это я? Космический Чапай. Привет, странник, фиг знает. Чапай, ты ж путанул. Я не тонул, меня украли инопланетяне для опытов, но я угнал у них хуйню какую-то и сбежал, мужик. О, метеориты, блядь. Он мне стрелочками управлять, ёбаный стыд. Стрелочки, если что, подо мной. Мне надо метеорита дожить. Ух ты, блядь. Дополнительное оружие. Ай, блядь. Не по 10% снимают. Ну и залупа нахуй уровень. Там, где пиздец, было интереснее, блядь. Чапай, тут совсем засада. На подходе. Дракон
Нихуя. Нихуя. Одолжить у Чапая дроида Петьку. Взять бригаду Чака Норриса. Что сделать? Дроида Петьку? Отметить знакомство? Я сейчас проебу. Тут видите, оно белым горит. В зеленом горит вот это, дроида Петьку. Давайте Чака Норриса возьмем. Или дроида Петьку. Три. Похуй. Че за хуйня? Алло. Что происходит? А, мне надо управлять! Блять! Ёбаный в рот. Все, отпустила. Поднакрыла! Поднакрыла. Подержался молодцом. Бери подарок. А что он мне дал? Спейс. Что это? А что это такое? А, это вот, типа, вот этот чел. Или что, я не понимаю, что это такое, блядь. А, это инопланетяне, ёбаный стыд. Ай, сука. Меня сейчас отпиздит. А нахуй? Блядь, тяжело. Тяжело. 25%, блядь. Еще уебан. Ай, сын. 20%. Пробел. Я нажимаю пробел. Space. Нихуя не происходит. Это же игра на телефон, блядь. Какой нахуй Space? А, что это, блядь, за слом сейчас был? Сука. Все, я прошел. И че? Алло. О, мне кто-то машет. Смотри, какая-то деваха тебе машет. По-моему, это мужик. Кликни, посмотри. Опа. Она какая-то странная. Ну, слетать стоит. Аккуратней будь, я на связи. Так. Все. Залупа какая-то пошла, блядь. Ой.